Многие люди утром занимаются не только спортом, но и творчеством, поют, рисуют, рассказывают стихи, чего только не делают. И именно так сейчас разнообразит наш эфир следующий гость. На связи с нами Дмитрий Полюшкин, солист Крымского государственного музыкального театра Республики Крым. Дмитрий! Доброе утро! Доброе утро! Как проходит ваша самоизоляция? Замечательно. Вот, как и у многих других, мне кажется, классическим способом, как люди законопослушные, сидим дома, занимаемся и здоровым телом, и здоровым духом, читаем книжки друг другу, рассказываем сказки, поем песни. Так, вот, на последнем попрошу задержаться. То, что невозможно было делать, когда мы работали. Дмитрий, а скажите, пожалуйста, какая все-таки часть дня вам нравится больше всего? Утро, обеденная часть дня или, может быть, вечер? Ой, вы знаете, мне кажется, я из тех людей, которые ценят каждую часть по-своему, и каждая часть для меня что-то новое вносит. То есть все части дня для меня по-своему как бы важны и ценны. Дмитрий, ну вы как солист Крымского государственного музыкального театра должны, Республики Крым, должны все-таки для себя определить, когда вам петь удобней и в какой момент промежуток дня вот ваш голос раскрывается больше всего и лучше всего? Свободно отвечу на этот вопрос. Это вечер. Это ближе, конечно, к 7 часам. Тогда вообще замечательно все звучит. Утро, конечно, для каждого вокалиста немножко сложновато. То есть голос просыпается, это, ну, есть определенные такие нюансы. Дмитрий, ну мы с Олей здесь специально для того, чтобы вы, может быть, пересмотрели, переоценили свои взгляды. Может быть, вот прямо сейчас вы, спев, осознаете, что утром все-таки тоже не так уж и дурно позаниматься вокальными упражнениями. Это я все пытаюсь подвести вас к песне. Очень хотелось бы услышать. Да, да, да. Я бы, вот на ум приходит песня, очень известная советская песня на стихи Константина Вашенкина и музыку Эдуарда Колмановского «Я люблю тебя, жизнь». Какая прекрасная песня. Хотелось бы сейчас для вас ее исполнить. «Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала. Мне немало дано, ширь земли и равнина морская. Мне известно давно, бескорыстная дружба мужская. В звоне каждого дня, как я счастлив, что нет мне покоя. Есть любовь у меня, жизнь, ты знаешь, что это такое. Как поют соловьи, полумрак поцелуй на рассвете. И вершина любви — это чудо великое, дети. Вновь мы с ними пройдем детство, юность, вокзалы, причалы. Будут внуки потом, все опять повторится сначала. Ах, как годы летят, мы грустим, седину замечая. Жизнь ты помнишь, солдат, что погибли тебя защищая. Так ликуй и вершись в трубных звуках весеннего гимна. Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно.
Я уверен, что у вас это взаимно. Наверняка жизни нравится ваш голос, потому что Спасибо. Это действительно, это было прекрасно. Дмитрий, я думаю, что вы переоценили, конечно, то, что ваш голос в полной мощности работает в 7 вечера, потому что, мне кажется, в любое время суток это прекрасно. Спасибо вам большое за ваше исполнение. Было очень приятно сегодня с вами поговорить. Прямо с утра спасибо, что нашли время и исполнили такой потрясающий шедевр для наших телезрителей. Телезрителям, кстати, Спасибо. Хотим напомнить, что это утро вместе с нами встретил Дмитрий Полюшкин, солист Крымского государственного музыкального театра Республики Крым.